На шахте Чертинская коксовая компания ММК «Уголь», входящей в группу ПАО ММК, начал работу уникальный учебный полигон. На новой площадке шахтеры смогут с использованием реальной техники и современных цифровых технологий отрабатывать навыки работы с горно-шахтным оборудованием, подтверждать знания правил безопасной эксплуатации, а также технологии ремонта, монтажа и наладки различной техники. Начинающие работники будут доказывать на полигоне свои умения перед спуском в шахту, а опытные шахтеры проходить переподготовку. В компании ММК «Уголь» введен в строй учебный полигон, на котором шахтеры будут отрабатывать технику безопасности. Полигон построен на территории шахты Чертинская коксовая, одной из опасных по содержанию газа метана. Открытие уникального по оснащению объекта приурочили к 70-летию предприятия. Это первый полигон в Кузбассе. В Кузбассе больше ни у кого нет учебного полигона. Мы первые. Мы первые были по капсулам спасения, по капсулам перезарядки, да, мы первые. И никто в это не верил. Мы сделали. Установка в шахте капсул спасения, открытие экопредприятий. Каждый год в компании вводятся новые объекты с применением передовых технологий. Буквально вчера мы были на экскурсии в шахте, и вот сегодня я уже, можно сказать, другими глазами смотрел на тренажеры, в том числе на VR-тренажеры, то есть то, что вчера я видел вживую, и здесь я вижу действительно прекрасный полигон, на котором можно вести подготовку людей. Побывать в нестандартной ситуации, почувствовать, что происходит при аварии. Такое стало возможно благодаря современным цифровым технологиям с элементами виртуальной реальности. Инновации здесь сочетаются с практикой. Учебные тренажеры, установленные на полигоне, мало чем отличаются от техники, которая работает под землей. Все заводится, двигается и максимально приближено к реальности. Я скажу, что я в хорошем смысле удивлен, да, тому, что здесь происходит. Я знаю те инвестиции, которые вкладывались во все проекты, которые сегодня имеют место быть здесь, на ММК «Уголь». Поэтому я считаю, что компания развивается достаточно успешно. Поэтому считаю, что здесь и руководство правильную политику ведет. Люди – это главное, поэтому максимально необходимо сделать так, чтобы они работали спокойно, работали безопасно. Более 1000 горняков в год постигнут на полигоне науку безопасности. Опытные будут проходить переподготовку, а начинающие доказывать свою готовность спуститься в шахту. Человеческий фактор остается в числе частых причин аварий на угледобывающих предприятиях, и компания ММК «Уголь» делает все возможное, чтобы его исключить.